Всем привет, друзья, с вами Корвид, мы находимся в Гримнайт. Я, друзья, решил начать играть заново по одной простой причине, что когда я снимал для вас, получается, следующий выпуск по Гримнайту, меня убили. Все-таки мою базу разнесли, напало большое количество зомби, и так как я после нападения Мокхи очень сильно пострадал, меня просто вынесли. Вот, поэтому сегодня мы будем с вами начинать играть заново и попробуем продержаться максимально возможное количество дней. Так, сейчас мы будем играть уже более грамотно, я буду все делать уже целенаправленно. Давай сначала посмотрим, что у меня тут по людям. Так. Это у нас получается строитель. И это у нас на 100% больше жизней. Никаких специализаций нет, Тоже на 100% больше жизни. Ну, в принципе, неплохо, то есть такие хорошие воины у нас будут. Окей, с чего мы начинаем? Начинаем с фермы. Я думаю, что лучше всего начать с фермы. Так, дерево. Давай сразу на дерево. Двух пацанов. На камень. На камень тоже, я не знаю. Наверное, лучше трех отправить на дерево. Одного на камень. Так, мне кажется, будет более правильно. Так, значит, прокачку. Давай сразу сделаем. Прокачаем домик, пускай к нам подтягиваются люди. Будет больше людей, будет больше ресурсов. Так. Там 5 из 6, да? То есть сейчас, по идее, к нам должен прийти один чувак. Да, вот он. Что ты можешь? Вот как раз может отлично добывать дерево. Мы его ставим на дерево. И давай, наверное, я улучшу дом еще раз. Сейчас они чуть-чуть еще дерево добьют. И мы улучшим домик еще раз. Чтобы к нам еще приходили люди. Ну, вот так, отлично. Все, еще плюс 3 человека к нам сейчас придет. Их тогда будем уже отправлять на мельницу. Ну, то есть тут есть люди, вот, допустим, нет, этот нет, а был чувак, который, да, вот этого, вот и вот и его можно отправить сюда, этого пока тогда отправим на дерево. А, и был еще один тоже без всяких специализаций чувак, вот этот вот, мы его тоже отправим тогда на ферму. А, четверо, а, подожди, вот этого надо на камень, вот этого на камень надо отправить. Все, 6 из 9. Где новые люди? Новые люди, приходите, пожалуйста, быстрее. У нас пока день, пока, в принципе, все хорошо. Деревья есть, то есть все как бы нормуль. А, скин, плюс 1, а, типа, толстая кожа у него, плюс 1 к броне. Ну, давай пока тоже отправим его на ферму. Так, далее, что у нас еще? Что нам нужно построить в первую очередь? Бараки. Бараки, дома, бараки. Да я думаю, пока ничего. Давай подумаем, где мы будем отстраиваться, где мы будем строить стену, вот всякое-всякое такое. Думаю, может быть, вот здесь попробовать это сделать. Так, ты у нас кто? Ты у нас тоже просто обычная женщина, без всякого. Окей, так, мне нужен еще один дом. Давай тогда мы лучше построим еще один дом. Строитель у меня вот этот, по-моему, да, чувак? Нет, подожди, это не строитель. Вот, вот это у нас получается строитель. Да тут, в принципе, без разницы. Строитель, не строитель. Они строят и чинят, а по сути, практически одинаково. Там с каким-то небольшим, разве что, отрывом. Так что не страшно. Так. Хорошо, домик есть. Давай, возвращайся на дерево. Дерева нам надо будет тоже много. 8, да, получается 4 человека сейчас придет, да. Я тогда улучшу этот маленький домик после того, как все 12 человек нам придут. Хотя нет, я думаю, что я, наверное, его пока улучшать не буду. Я лучше построю барак, казарму какую-нибудь. Этот имеет плюс 1 к броне, но двигается на 20% медленнее. Ну, его можно поставить на, допустим, воина ближнего боя, да, будет неплохо. 50 дерева надо. Ну, придется 50 дерева, значит, тогда добыть. Чувак, а ты, получается, прошел, да, здесь можно было, в принципе, тебя отправить на добычу дерева. Ладно. Прошел уже, так прошел. 48. Давай еще чуть-чуть. Чуть-чуть осталось, отлично, 50. Строим барак, давай. Вот, и я думаю, что лучше всего, наверное, строить башню вот здесь.
Потому что можно будет вот здесь построить башни, засунуть сюда лучников. А хотя нет, наверное, лучше всего здесь, потому что они стреляют как бы вниз. Ну вот, так они будут стрелять, ну как бы у них, то есть угол прострела будет более плавный. А если отсюда, они будут стрелять как бы, ну, прям точно в цель. То есть они будут стрелять прям в лицо. Мне кажется, что лучше всего все-таки строить здесь башни. Там же, где мы их и строили. Мне кажется, это будет более правильно. Посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, что в этот раз мы продержимся, ну, как минимум, дольше. Мне писали ребята в комментариях, что на них, ну, там, на кого-то босс напал уже на второй день. Я не знаю, правда это или нет. Если и на меня здесь босс тоже нападет на второй день, это, конечно, будет жестко. Возможно, это зависит от уровня сложности. Я играю на уровне нормал. Вот, не знаю, как здесь будет нападать на меня босс. Так, получается, чувак имеет плюс 2 к броне, да, но двигается аж на 40% медленнее. Но вот из него получится неплохой боец ближнего боя. Так, что мы будем еще строить? Ну, я думаю, что башню уже одну можно, в принципе, сделать вот здесь вот. Пускай будет сразу как-то. Вот, и будем уже переходить в шахту, будем копать вниз. Копать я буду так же, как я копал вот на последнем выпуске. То есть более грамотно, я не буду лазить по самой шахте. Я буду как бы копать сверху. Вот, копать сверху и как бы такими отрывками. Потом, в общем, все это дело покажу. Не знаю просто, как это все объяснить. Буду показывать. Кусками, короче, буду так копать. Еще 2 человечка к нам должны будут прийти. Скипать я не буду. Естественно, это что такое? Gold is not spearman. А, ну то есть у нас чувак стал, получается, копейщиком. Давай сюда. Этого мы отправляем обратно. Улучшать я думаю, что я пока не буду. Да у меня нету даже ресурсов, чтобы все это дело улучшить. Мне бы сейчас побольше дерева. Вот в чем весь прикол. Надо много-много дерева сейчас. Еда-то, в принципе, есть, как бы камень, да, единственное, тоже бы камень и дерево было бы неплохо. Тоже строитель. Что-то мне пока не везет на более-менее нормальных жителей. Мне нужны фермеры, мне нужны лесники. Пока вот здесь вот есть у меня рядом деревья, мне бы фермеров и лесников. Но их, блин, нет. Такие дела, такие дела. 53 дерева уже есть. Не, ну, в целом неплохо, 56 уже. Ждем тогда следующего, делаем его... А, ну можно, давай сделаем, наверное, вот так. Пускай будет сразу. 15. 15 жителей. Так. Not too strong, but very deadly. А, получается, у него в 2 раза меньше хп, то есть он очень слабый по хп, да, но имеет приличный урон. То есть его, в принципе, можно сделать, допустим, в лучника, да? Причем у него такой урон достаточно сильный. Сделаем его в лучника, посадим на башню. Мне кажется, он будет отрабатывать отлично. Это все тоже на самом деле влияет на кого вы ставите воином, кого вы ставите лучником. Это все тоже, мне кажется, влияет на игру. Самуэль Гринфул is now an archer. Самуэль. Господи, это у тебя шапка такая? Это шапка? Я думал, у тебя прическа. Kill unit. Нет, kill unit не надо нам. Да, я думаю, что стоит уже шахту делать. Я думаю, что где-нибудь здесь же будем ее делать. Будет хорошо. Уже приближается ночь. Сейчас на нас уже будет первое нападение идти. У меня один лучник, один копейщик. Этого на самом деле мало. Мне бы еще одного лучника. Даже 2, наверное. Тогда было бы норм. Пока что маловато, конечно. Маловато. Один лучник, один копейщик. У копейщика 4,7 дамага. У него 4 брони аж. Но это довольно много, кстати. 4 брони это много. А если его сделать, получается, в следующего, да? Типа в рыцаря уже. То там будет вообще прям все классно. Приходят почему-то долго люди. Не знаю, с чем это связано. Amazing Hammer Skill. Тоже, блин, строитель. У меня одни строители, короче, какие-то сегодня.
Давай, чувак, если ты такой профессиональный строитель, давай быстро мне, короче, сделай эту шахту. Будем копать вниз уже, исследовать новые территории, будем добывать золото, добывать металл. На самом деле надо как можно больше металла, улучшать казарму, золото, металл, все дела. Так, у нас здесь сразу металл уже есть, видишь как здорово, классненько. Так, он почему-то отсюда ее не изучает, видимо, таким образом можно изучать только вот так вот, хорошо. Тогда пускай изучает вот эту, то, что сбоку находится. Кажется, будет норм. 13 из 15. Давай еще, наверное, улучшим вот так дом. Здесь надо 100 золота. Золота пока нету. Здесь тоже надо 20 золота. А, вначале, мне кажется, лучше улучшить казарму, а потом уже главное вот это вот здание улучшать. Так. Что еще нужно будет построить? Да я думаю, что пока больше ничего. Единственное, что это строить еще дома, чтобы их было как можно больше. Так, я нашел еще металл. Хорошо. У нас уже два месторождения металла. Это здорово. Здесь пока нам такие ресурсы не нужны. Долго, очень долго к нам приходят новые люди. Мне приходится их сидеть, прям ждать и выжидать. Так, тут все хорошо, тут все отлично. Ночь как-то медленно, по-моему, подступает. По-моему, в прошлый раз как-то было быстрее. Вот тоже будет отличный лучник. Дамага 2.3. А, кстати, вот у этого сколько? 8.10, офигеть. То есть, ну, как бы, порядочно так много. Еще металл? Да ладно, ты прикалываешься. 3 месторождения металла. Это хорошо. Так, чувак, мы из тебя делаем лучника. 5 металла тебе отдаем за это дело. У меня 10 металла всего лишь осталось. Крайне мало. Мне бы золото. Хотя бы одно месторождение золота. А здесь надо 100 или 200? А, 100 надо, да? А, Луис стал у нас лучником. Луиса мы ведем тоже вот сюда наверх. Поможет. А может. Я, в принципе, знаю, как убивать босса. А, я знаю, что делать с Мокхой. Ничего не найдено. Ну, окей, давай сюда. Вот, знаю, что делать с боссом, знаю, что делать с Мокхой. Поэтому я думаю, что врасплох нас вряд ли кто-то сможет застать. Обычные зомби, я думаю, что дня до 5 будут мне особо не страшны. Тоже. Там... Сначала будут просто обычные зомби, потом зомби с большими чуваками, потом какие-то еще будут зомби. По-моему, только на 4-й или на 5-й волне они появляются с щитами. Это вот такое более-менее самое, что меня пугает. Это зомби с щитами. Так, вот у этого чувака больше жизни. Вот его можно поставить копейщиком. Смело причем ставить. Спирмен. Так, Rabbit, мы нашли кроликов. Ну, пускай бегают, пока они мне не интересны особо. Так, пришла ночь. Ну, тут у нас вроде как все нормально. 30 камня, 10 дерева. У меня нету ни камня. Подожди, как это? В смысле, 10 дерева у меня нету? У меня 224 дерева. У меня камня нету, это да, это может быть. Но дерево-то есть. Давай, наверное, переведем этих пацанов на камень, я имею в виду. Вот этого нужно уже отсюда уводить. У него тоже плюс один. А, ну у него только плюс один, в принципе, к броне. То есть он такой, как бы, ни рыба, ни мясо. Передвигается медленно. Не знаю. Так, люди потихоньку у нас появляются. Камень и металл еще нашел, офигеть. Так, давай тогда мы их вниз будем переводить на металл. Одного сюда. Кто там еще у нас? Вот этот есть тоже чувак. Тоже давай вниз иди. Здесь вот тоже чувак стоит. О, как раз Iron. Отлично. Будет добывать там плюс один к металлу. Это хорошо.
прямо металл этот быстренько выработаем весь. Будет все здорово. Так, этот чувак идет. А, еще получается двое к нам должны будут прийти. Вон, я вижу, что уже зомбаки к нам выдвинулись. Так, этого тоже вот сюда. Да не собирай ты кроликов. Еда мне пока не нужна, чувак. Да, пока мне не нужна. Давай сюда. Где там? А, он, блин, уже вышел. Ладно, пускай, короче, пока занимается кроликами. Этого я тоже отправлю на металл. Пускай все сейчас... Блин, они почему-то все добывают кроликов. Пацаны, надо добывать металл, а не кроликов. Темно вот здесь вот. Темновато, конечно. Факелок. А эти факел брать, получается, не могут, да? Ну ладно. Так. Экипировать факелом. А я могу так, допустим, всех выделить? Нет. То есть мне надо именно выделять каждого и каждому давать по факелу. Можно их вот так вот подсвечивать, чтобы просто видеть, да, кто где находится. Теперь эти у нас пацаны идут вниз, вот сюда вот на камень. Так, этих тоже подсветим. Мне кажется, стоит их, наверное, всех вот так вот подсвечивать. Не знаю, дает ли это какой-то минус. То есть, может, как-то будет их проще видно, или... Я фиг его знает, короче. То есть, почему они не включают эти факелы сами? Почему мне их надо включать автоматически? Вот у нас, кстати, чувак по камню, да, будет плюс один камня давать. Этого мы отправляем сюда, там он уже идут. Ну, тут такие зомби, видишь, то есть самые-самые простые. Тут, в принципе, два лучника справятся вообще без проблем. Хотя они там взрываются как-то дико, слушай, бодынч, такие кишаки во все стороны. А, ну это получается жирные как раз таки вот эти, да? Вот, это вот у нас получается обычный тралы. Вот, а это у нас блотер. Большие такие взрывоопасные. Абоминейшн какой-то. Гули, мокха, спаун. А, смотри, у меня получается остались... остался бестиарий с прошлого... С прошлого выпуска. Бронированный какой-то, да? А вот он босс. Вот он босс, а это его маленький прихвостни. Окей. Все, я так понимаю, что с зомбаками мы с вами разобрались. Так, мне надо строить дома срочно. Just normally. Просто обычный парень. Ну, конечно, я думаю, что обладатель таких усов будет просто обычным парнем. Just normal guy. Так, у нас внизу все классно, уже 31 металл. Я думаю, что вот этот день, который сейчас будет, мы посвятим дереву. Пошлем всех на дерево, на сбор дерева. 66 камня у меня уже есть. Можно улучшить, в принципе, башню. Вот, но пока я не вижу в этом никакого смысла, поэтому... Блин, вот 20 золота было бы вообще супер. Я бы тогда начал бы уже штамповать арбалетчиков. Так, давай сделаем парочку, наверное, домов сразу, чтобы не париться по этому поводу, чтобы к нам люди просто шли без остановки, да? Мне кажется, так будет более правильно. Так, только 10 человек. А почему не могу улучшить? А, все, что ли, я улучшил максимально разве? Тресну. Вот так, все, хорошо. Дома улучшили, 18-36, то есть еще 18 человек нам должно прийти, довольно много, поэтому все, можно, в принципе, всех спокойно отправлять дальше. Нормально мы так, да, за первый выпуск, в принципе, отстроились, довольно такая большая уже у нас деревня. Опа, там еще идут, смотри, я думал, они уже все. О, там вторая волна пошла, я понял тебя, хорошо. С ней мы тоже справимся, я думаю, без проблем. Плюс один к броне, да, то есть у него тоже толстая кожа. В принципе, можно из него сделать хорошего воина ближнего боя. Мне кажется, воины ближнего боя тут, их надо ставить как пушечное мясо. То есть ставить их просто как бы вот так вот в ряд, через там, допустим, каждые 5 метров, да. Чтоб они стояли как бы и тупо задерживали врага, а лучники сверху их обстреливали. Это вот не будет, мне кажется, будет более грамотно.
Так, ну тут у меня, смотри, все занято. Тут у меня, получается, сверху тоже все занято, да? То есть мне осталось вот к этим вот деревьям подкрадываться. Но здесь пока зомби. То есть я туда пока выйти не могу, поэтому вот этого чувака мне, по сути, деть некуда. Место... А, ну я могу, в принципе, отправить его, да, чтобы он исследовал дальше области. Хотя... Давай, наверное, пускай они лучше исследуют области, но внизу. Чтобы, если что, они не наткнулись на катакомбы. А то тогда просто придется всех моих ребят отсюда уводить. Это было бы неприкольно. Начнем просто вот так вот вниз копать. Вот так вот. Через клеточку будем все это дело делать. Чтобы, если мы, допустим, наткнемся на катакомбы, да, чтобы можно было... Туда, куда надо, я бы мог кого-то спустить. Чтобы катакомбы не перекрывали все это дело. Короче, ты меня понял. Так, что тут у нас? Ну, там еще идут. 4 зомби еще есть. Минимум. И, наверное, все, да? Да, 4 последних зомби. Ну, вот сейчас они тогда там прокопают внизу землю. Будем их уже тогда выводить на улицу, двигать на дерево. Потому что дерево такая вещь, она не бывает тут в дефиците. Вот, видишь, вот тебе пожалуйста. Вот уже пожалуйста. А тут камень. Катакомбы найдены. Так, давай сюда. Давай сюда. Давай сюда. Ты чё, блин? Не слушается меня, ты смотри. На своей волне. 4 сейчас вот этих убиваем и все, и ведем, в принципе, всех ребят тогда на дерево, на сбор уже дерева. Воинов из них я делать не буду, пока что мне, в принципе, воинов делать-то больше и не из кого. Вот, этого тоже ведем сюда. Тут у нас трое уже. Все, да, то есть уже можно, в принципе, вести на деревья. По-моему, уже, да, уже даже... Начало потихонечку светать. Так что все нормуль. Этого тоже на дерево. И вот этого тоже теперь на дерево. Ну здесь в принципе их еще много пока деревьев. Там по-моему кто-то пришел новенький, нет? А, да, вот он, смотри, стоит. What a warrior. 100% больше демага. А, ну хороший воин, да, как бы. Ну я думаю, что я его тоже сделаю лучше лучником. Если у него 100% больше дамага, пускай лучше будет лучником. Мне кажется, от этого будет больше пользы. Хотя сейчас делать лучника не особо так и важно, потому что... Сейчас-то на нас нападать уже никто не будет. Ну ладно, пускай будет. На всякий случай. Я думаю, лишним он не будет. 8 и 10 у него тоже дамага. Тут 6 и 8 дамага. Тут 4 и 7. Не, ну как бы в целом неплохие такие у меня получаются лучники. Так, деревья еще есть. То есть на деревья мы еще пацанов отправлять будем. 167 камня, 100 депозит. Так, у меня закончился камень. Вот, и тогда мы вот этого чувака с камня отправляем уже вот сюда. На сбор дерева. 21 человечек у меня. Так. Давай смотреть. Ну, сейчас, по сути, я могу улучшить первое, это только вот... кузницу, да, но мне нужно золото. То есть мне надо как-то смотреть, получается, дальше территории. Исследовать все это дело. Так, эти у нас пошли, все хорошо. По дереву, я думаю, сейчас проблем не будет у нас. Айрон, опа, отлично. По железу у нас чувак пришел. Я, говорит, знаю толк в железе. Так. А вот это у нас, кстати, по дереву, блин, а почему он здесь находится, внизу? Давай мы его лучше наверх тогда пошлем. У него плюс один к дереву, я не знаю, что он делает, блин, в шахте. Мы его на дерево пошлем. Так. Это у нас строитель. Это у нас без перков. Без перков, без перков. А, подожди. Ну да. Ну, как бы можно сказать, что без перков. Здесь у нас один чувак плюс один к металлу. Тут еще один чувак где-то был. Вот еще один, да, вот эти двое получается. Это у нас тоже просто обычный чувак.
Это у нас по камню чувак, это у нас тоже обычный чувак, это тоже обычный чувак. В принципе, все обычные чуваки, по сути. Толстая кожа. Да, все. В принципе, всех мы так распределили более-менее грамотно. Any ore or stone. А, вот это, по-моему, тоже, да, у нас типа добывает все что угодно на плюс один. Так, а кого тогда мы уберем отсюда? Вот этого, да, наверное, уберем наверх. А, ну его можно на камень, в принципе, убрать. Вот сюда. Сейчас я посмотрю, точно у него будет плюс 2 за один раз. Интересно узнать. Чувак, плюс 2 у тебя будет или нет? Или плюс 1? Вот видишь, здесь плюс 2, у тебя сколько будет? По идее, тоже должен быть плюс 2. Посмотрим. Да, плюс 2, все, супер. И еще один к нам пришел. У этого тоже толстая кожа, поэтому его отправим на рыцаря. Не, давай мы его пока отправим сюда вниз. Будем просто копать. Вот сюда. Ладненько, ребят, на сегодня выпуск будем заканчивать. В целом, что можно сказать? Я думаю, что это получается как типа второй сезон такой, да? Или я не знаю, как его даже обозвать. Нет, я думаю, что я просто продолжу выпускать серии дальше. Кому будет интересно, будут смотреть дальше. Кому нет, те не будут смотреть. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь. Будем продолжать. Очень хочется продержаться максимальное количество волн. У нас уже второй день. В принципе, деревня потихоньку развивается. Так что все классно. С вами был Корвет. Всем удачи и пока.